Абра ела галузыгин, шехдзала,
Абраза гизра хой сарс дахуб, яцас сарс дахуб, ливан ихас. Абра яят а депутатша, абра даят а спикер, абжуха даят. Наши требования такие. Не просто снять с повестки этот вопрос, а наложить на него мораторий, чтобы никогда больше к нему не возвращаться. Апартаментов нет в Абхазии. Абриях Вазабежу Ирмахар Абрей Майер. С завтрашнего дня мы все имеем право. Здесь люди с разных районов Абхазии, и каждый выбирал отдельного депутата. Мы к каждому приедем домой. Мы имеем право. Если они к нам не пришли, мы к ним домой придем. Давайте. И сегодня ночью тоже пойдем. Сегодня пойдем, а завтра зачем? Сегодня прямо сейчас пойдем. Шаг Шахатума. Агирах, уя усилкал по депутат Шахрабхот, а депутат Шахабшавот, аха, усилкал Алшот, и рассессия Бриамчим Жаю, имя Пыргот, у Бриасессия Ногологи Хазик, Яхай Хана Хайзару, а Брихача Гулару, Яхана Хоза, а Чезоха Царатаху по Бриасара, Хан Ваха Бри Чурумцо, Хан Абри Чурзгар Истаху, да хо, баси ахцару. Хайд гавана. Знаете что, вот я вот смотрю вот на собравшийся народ наш. Я вот смотрю людей, которые еще вчера, мы по политическим мотивам друг с другом не здоровались и друг на друга как-то криво смотрели. Здесь есть люди, которые выбирали господина Бжания. Но знаете, что радует? Что если мы в обычное время делимся там на тех и на других, но в этом вопросе, судьбоносном абхазском вопросе, мы все объединились. Завтра давайте, не будьте моим сторонником ни Ливана, ни Адгура, но будьте сторонниками Абхазии. Давайте сохраним его. Я обращаюсь ко всем абхазам. Нет сегодня сторонников Арджуба, нет сторонников Парча, Ливана, или еще Бжани, или кого-то еще, или Хаджимба. Есть только абхазы искренние и настоящие абхазы. Давайте, с сегодняшнего дня мы все должны сплотиться все вокруг этого вопроса. Абраат Гури Ханевш, Яхарнахос, Итигейс Хархароб, Хацну Хароб, Яхамцароб, Абриза, Арацхара, Хабхи Ахзепшу. Аббаси Анхаджир. Абриир Хашахайт, Хадгула, Хадсхра, Абзик Хадгула. Абзик Хадгула.